Этот трек поставит вам ваш водитель, господин президент. Вот, посмотрите, и вряд ли вы ценитель рифмованных лидер, и скажете тогда ему: возьми, выкинь. Этот трек поставит вам ваш водитель, господин президент. Вот, посмотрите, и вряд ли вы ценитель рифмованных литер, но мало ли скажете: останови, надо подумать выйти. Не знаю, читали ли Чехова письмо деду в той же форме примерно. Кое о чем хочу поведать. Нам-то на местах все видно, все заметно. НАТО напрягает, но вообще живем не бедно. Да где там, реально праздник каждый день прям. Бухают все почти, начиная с детсада. Факту этому мы несказанно рады. Танцы, шманцы, отдыхаем, больше ничего не надо. Не могу не упомянуть наркоманов. Только на гере официально сидит 1.5 ляма. Прикиньте, как их прет, вообще нормально. Коли надо, приезжайте, уколем и вас поправят. Есть бомжи, как говорится, это мир о птице. Не знаю, как в столице, а здесь у нас в провинции. В милиции сплошь милые лица. И стремимся, ваш бюджет не разрушая, помочь им прокормиться. Есть чем поделиться, и школы, и больницы. Живут как буржуи, а хлеб с водой, то есть принципа. Веселимся, несправедливо, что у вас грустный вид всегда. Давайте в гости, на газ, квас. Этот трек поставит вам ваш водитель, господин президент. Вот, посмотрите, и вряд ли вы ценитель рифмованных литер. И скажете тогда ему: возьми и выкинь. Этот трек поставит вам ваш водитель, господин президент. Вот, посмотрите, и вряд ли вы ценитель рифмованных литер. Но мало ли скажете: останови, надо подумать выйти. Мы буквально всем районам ждем новых законов. Сонные сидим у телека, в руках телефоны. В новостях вся правда, только дикторы. Простите, чуть не ругнулся, это просто я смущенный. В Хабаровске и Владике есть приятели. Запретили тачки им возить, теперь они счастливы. Гужбанят ночи и дни, просили передать, что лучше стало жить. Ну прямо благодать, еще хочу сказать. Думаю, будет не лишним. Чубайс ваш, дружище, страну натянул на шишку. И кайф, что не на зоне он, ведь братишку по понятиям нельзя сажать. За это респект личный. Мы гордимся тем, что у нас хорошие дороги, хорошие машины, очень богатые заводы. Лучший в мире футбол и отличный рэп. Олигархов десяток может и вкусный заморский хлеб. Нет проблем с популяцией, свои там рут, но стремятся. И китайцы, и кавказцы, и юг один момент останется нам обсудить с вами. Зачем топтали родину мою 20 лет ногами? Этот трек поставит вам ваш водитель, господин президент. Вот, посмотрите, и вряд ли вы ценитель рифмованных литер. И скажете тогда ему: возьми, выкинь. Этот трек поставит вам ваш водитель, господин президент. Вот, посмотрите, и вряд ли вы ценитель рифмованных литер. Но мало ли скажете: останови, надо подумать выйти. Ну мало ли, захочется подумать своей головой, блин. Хотя бы раз.